Друзья, мы приехали с вами в деревушку Панагея. Нам хотят показать, как живут обычные греки. Сейчас посмотрим все. Налейте водички. Почему святой? Смотрите, видите, это источник, он течет с гор. Есть определенные требования появления населенных пунктов в Греции. Это наличие источника воды. Здесь нету рек на Тассосе. И воду искали по таким деревьям, как платан. Вот он, видите, растет. Если здесь он есть, значит, где-то рядом есть вода. Цены на фрукты: киви 1,75, яблоки 2,25, клубника 3,20, персики 5,50, апельсины 1,7, черешни 5,10 евро, помидоры 2,10. Снижу. Хорошо. Через минуту, хорошо? Откроешь, Кирилена? Смотрите, здесь, в этом населенном пункте, крыши сделаны из камня. Для того, чтобы крыша выдерживала стены, чтобы стены выдерживали крышу, необходимо, чтобы они были 1,5-2 метра толщиной. Как нам гид рассказал, раньше мастера, которые приезжали сюда работать и делать крыши, это было секрет, они работали только по ночам, выкладывали крышу, получали за свою работу зарплату золотом, их кормила хозяйка, одевал хозяин, и в конце, после того, как они закончили свою работу, они собирали всю деревню, выкладывал главный мастер последние 5 камней по центру и говорил в услышание, что я благодарю хозяйку за то, что она меня сытно кормила, и пускай так, как сытно меня кормила, так в этом хлеве будет такой же достаток. Хозяину спасибо за то, что он меня одевал, и такую одежду, какую он мне дал, такое пускай у него будет счастье. То есть он во всеуслышание благодарил хозяев и тонко намекал, что не надо быть жадным, надо быть щедрым. Смотрите, какая красота. Это тоже платон, платанги. Друзья, мы находимся с вами на площади влюбленных. Есть такое предание в Греции. Яни, я расскажу. И тогда в следующем году вы сюда приедете, уже в ней фотографируете, что находим там воду, пла, как рамочка, только уже с другой стороны. Но одно условие. Монеты нужно кидать только в ведро. Рубли, зайцы. Друзья, это у нас площадь любви. Влюбленные должны подняться на мостик, бросить монету и будут жить долго и счастливо. Если вы хотите свою найти любовь, то нужно сфотографироваться на вот этом, на фоне вот этого дерева, на фоне платанга. А когда вы приедете через год со своим молодым человеком, вы будете фотографироваться уже на фоне вот этих двух деревьев. Поэтому, если вы ищете свою любовь, вы можете прийти сюда и попытать счастье. Здесь тень, летом здесь будет прохладно, вода льется, поэтому рекомендую вам посетить это место. Вот через это дупло необходимо сниматься влюбленным. Какой-то монастырь, сейчас нам Евгений расскажет, что это. Это храм Успения Богородицы. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Только прошу вас, но на ногу нельзя. Храм состоит из 3 частей. Первая часть – это нарфикос, который могут посещать все, даже неверующие, нехрещенные. Вторая часть – это сам храм, вот он. И третья часть – это алтарь. Храм посещают крещеные, а алтарь только для священнослужителей, которые приближены к Богу. Из особенностей храм состоит из 3 частей. Это земля, это пол наш. Видите, он здесь мраморный, и нету перекрестия, нету креста. Чтобы не осквернять, здесь
плиты выкладывают так, со смещением, чтобы не образовался крест. Люстры и свечи – это звезды. И купол – это небо, где находится сам Бог. И мы видим купол четырьмя евангелистами. Вера держится на четырех евангелистах. Также из особенностей греческих монастырей, что здесь есть сидячие места. Это было сделано специально, чтобы люди, которые работают по 20 часов в день, могли приходить отдыхать здесь не только душой, но и телом. И есть такие подставки, на которых можно сидеть и стоять. Это сделано уже для пожилых людей, чтобы они могли опереться руками и стоять, и их поясница отдыхала. Здесь находится икона Святой Богородицы Всевидящей 1820 года и еще одна икона Успения Богородицы, если не ошибаюсь. Вот посмотрите, какие здесь крыши каменные. Здесь все дома с такими крышами из камня. Дорого. Смотрите, какой большой платан. Единственный канон – это заходить тут. Госпожа Сюзанна, она делает сладости на острове, очень вкусные. Сейчас мы будем их пробовать. Это мне кажется. Сладости попробовал, все, сладко, вкусно. Можете их приобрести здесь. 3,5 евро примерно баночки стоят. Апельсин, орех, мед. Еще один платанг. И смотрите, здесь прямо вмонтирован кран с водой. Интересно. Вот какой он большой. Друзья, возле этого платанга, который я вам показывал, с краном вмонтированным в дупло дерева, находится магазин. Здесь продают свое домашнее оливковое масло. Вот я купил 5 килограмм за 25 евро. Нам очень рекомендовали его, этот магазин. Масло здесь собственное. Вот, смотрите, 5 литров 25 евро. Вот он магазин, кому понадобится. Это наш поселок Панагея. Покидаем поселок Панагея. Ребята, поснимаю вам дороги на Тассосе. Горный серпантин – это, конечно, незабываемое ощущение. И за рулем, и даже в автобусе спереди. Из марта, другой платит, допустим, автобус. 3 евро мы платим, если мы как физические лица переплываем. И дальше по метражу автомобиля. Если автомобиль больше, то вы платите больше. Ну, например, 5 метров 25 евро.
плывут они в Керамоте и в Ковалу. Мы в данном случае поплывем в Керамоте. Это мы с Тасосы стартуем 30 минут, и мы будем уже на материковой Греции. Опять мы в Тасосе, сейчас мы поплывем на пароме, вот на таком красном, только не на этом, а другой вот наш едет. Откуда отправляются паромы? Рядом есть небольшие рестораны, кафе. Можно сходить, посетить, покушать, пока вы ждете паром. Прибывает наш паром, на котором мы поплывем. Красного цвета. Сюда мы на синем плыли, назад на красном. Ну что, ребят, вот мы на пароме, машины входят здесь, вы поднимаетесь вот по этим лесенкам и занимаете палубы. Вот одна палуба, сверху вторая, и если вам холодно, вы можете пойти внутрь. Вот он, общий зал, он бесплатно, здесь есть телевизор, игровые автоматы, как обычно, видите, конфеты какие-то, бар, и здесь же есть санузел. Ребята, туалеты здесь есть, поэтому вы просто их ищите, значки, на каждом пароме они есть, мужской, женский. Вот мы идем на нос. Ну, здесь он точно такой же, они одинаково, что вперед, что зад. Потому что он ходит зад-вперед. Вот сейчас он поплывет этой стороной. И здесь будет перед. Видите, никого нету. Все будут смотреть на Тасос, прощаться с ним. Вот они уже, чайки готовы, ждут хлеб. Не забывайте, если вы будете на пароме плыть, берите хлеб обязательно с собой. Покормите чаек с рук. Снимать. Здесь есть еще верхняя палуба, вот она, видите, здесь уже вид получше. Можно, конечно, попроситься к капитану. С обратной стороны тоже места для отдыха. Ребят, если чаек кормить, то лучше их сверху, потому что там на нижних палубах им неудобно, а вот здесь они, смотрите, как легко подлетают, хлеб хватают. У меня буквально за 3 секунды кусочек хлеба ушел. А ты успел это снять? Слушай, вообще дерзкие чайки сзади подкрадываются. Минск, мой любимый! Друзья, мы приплыли на материковую часть Греции. Сейчас мы в поселке Керамоти. Вот наш паром. Заканчивается наше путешествие по Тасосу. Сейчас мы будем с вами осматривать уже регион Грецию. Тоже отели. Увидите, покажу вам все.